Что может быть лучше открытия кейсов? Что может быть лучше выбивать топовые дропы? Что может быть лучше придумывать новые тактики и снимать сравнение сайтов? Именно поэтому снимаем сравнение сайтов. Ребята, GiveDrop, сайт про баксы, где пополнение идет только в баксах. Закинулся 10 бачей, но почему-то GiveDrop стоит у тебя 10 баксов 772 рубля, хотя по курсу сегодня у нас 10 баксов это 600 рублей. Что за дела, я не понял. Будем сравнивать GiveDrop и MyCSGO по 700 рублей, точнее 772 рубля на каждый баланс. Мы, конечно же, оформили зимний ивент. Давай посмотрим, мы можем? Да, плюс 22 цента на баланс. Все, больше нам не позволено. А где баланс? Продать все? Нет, баланс где? 0.22, баланс, заскамили, я понял. А может быть и дали, даже я не увидел, сколько у меня изначально было. 10.09 или сколько. Короче, я предлагаю начать, ребята, приятного просмотра. Let's go. Давай сразу кейси, который называется кейс 2022. Это в честь уходящего года. 5 раз обычным способом. $5 мы сейчас отправляем, точнее 4. Вот Мортис седмит, нога седмит неплохо. Сколько это? Ну, это, наверное, не 7 баксов, да, сколько? Ну, слушай, десяточка, ё-моё. Десяточка, здравствуйте. Давай-ка еще разочек. Мы вот так же его откроем ровно. 5 раз. А, подожди, за 5 раз мы даем 3 бакса всего лишь. Отдал десятку. Вот это неплохо. А вот теперь система окупил-слил, она работает абсолютно везде. Сколько ты даешь? 2 бакса? Или сколько там? 1.76. Окей, не страшно. Переходим в инвентарь, продать все. Сколько? 13 баксов. Ушли в плюс $3. Так и будем, наверное, действовать. Я предлагаю разочек открыть тайное. Да, возможно, это опровинчиво, возможно, я делаю это зря. Но на тайное я давно уже заглядываюсь. На самом деле стоит $10, а почти 7 соточек. Но только не дух огня. Ну почему? Почему сразу залупу, блядь? Ну в чем суть вообще? Как ты можешь так делать, говнюк? Давай, 3 бакса. Ой, 9 баксов, 3 раза рождественский кейс, синий фосфор, хотя бы до конфетки уже прям было бы прям... Ну это стоит бакса 3, наверное, да, итого 5 баксов. Я понял, я знаю, GiveDrop, ребят, из-за этого у меня нету тильта, я не в тильте, так сказать. Я знаю, что это такой сайт, который на начальных порах, конечно же, тебе даст в рот, шучу. Конечно, тебе даст там плюс 3 бакса, плюс 5 баксов тебе даст, а потом он все это дело сожрет. Смотри, сейчас чуть-чуть что-то камбэкнуло. Давай, кейс хаешка. 2 раза открывал этот кейс, реактор залетал стоимостью $10, но вот сейчас, в принципе, ну, логично. Тактикотики и перестрелка на 80 центов, наверное, да, $1.78. Логично, ожидаемо на самом деле. Так, давай-ка мы вернемся кейс 2022, откроем почти его на весь баланс, $1.43 остается у меня, вот, ну, директива, это, ну, она может и 50 рублей, да, $1 от силы, да, $1.83, 2, $4, окей, сколько раз нам хватает, давай быстро 5 раз мы его открываем, на балансе $2.40 остается, на $2.40 он нам выдает. Открыть еще раз. Открываем его еще раз 5 раз. Уже за $3. Что ты нам даешь? 2.78. Точнее, 2.38. Открываем 3 раза. Ну, видимо, ребята, нам сегодня успеха на этом сайте ждать бессмысленно. Смотри, $2. Давай-ка еще раз. Еще раз. Давай. $1.61. Вот видишь, все дает ниже, ниже и ниже. $1.38. Открываем его еще раз. $1.50 мы тратим. $1.05. Все, смотри, чекай. Просто все ниже и ниже дает. Ниже и ниже. Сколько? 36. На последний разочек хватает нам? Хватает, отдаешь ты нам 24. Ну, в принципе, как я и говорил. Let's go на MyCSGO. Так, я на MyCSGO, ребята, перешел, задепал, закинул. Оказывается, у меня откуда-то коины, хотя я их очень недавно-таки потратил. 741 рубль у меня на балансе. И минуточка рекомендации, давайте так скажу. STR777 это 3 буквы, 3 цифры, которые дают реально халяву. Плюс 40% к пополнению вашего баланса на сайте MyCSGO. Никого не призываю депать на сайты, это полная хуйня. Не стоит никогда депозитить на сайты, залетать вообще на какие-то различные сайты. Разницы нет, про какой сайт я говорю. Вообще в целом, но если вдруг вы залетаете на сайт MyCSGO, можете вводить вот такую вот халяву STR777, плюс 40% получаете. Промик оставлю над моей головой в описании под этим видео. Также ссылочку на сайт GiveDrop и на сайт MyCSGO оставлю также в описании. Что, 740 рублей есть, я не знаю на самом деле с чего начать. Кстати, если вам нравятся ролики такого формата, как окуп слоу баланса, ножик слоу баланса, тактики окупа слоу баланса, сравнение сайтов и прочее, такие интересные рубрики, вы можете увидеть на моем YouTube канале. Просто надо кликнуть на мой YouTube канал, перейти и посмотреть, там у меня очень много-много контента. Обязательно переходите и смотрите. Так, Бе, кейсик называется Бе. Добавили его относительно недавно, потому что я его не видел, стоит 32 рубля, сразу сходу прям 10 раз открываю на 320. Просто надо, как я говорю, всегда обозначиться по шансам. Это всегда надо посмотреть, что по шансам, есть смысл на что-то надеяться.
надеяться, на что-то рассчитывать. 371. Слушай, плюс 50 рублей. Еще разочек его открою и уйду, потому что, скорее всего, почему-то вот как начали добавлять дешевые кейсы, я вот это заметил, как начали добавлять дешевые кейсы на сайте MyQuest Go, дешевые кейсы начали давать почему-то, ну так, посредственно. Вот именно кейсы, которые стоят 9, 10, 20 рублей. То есть вот кейс бомж раньше мог выдавать вот это серебро, скорпион, гипнотический. Но, блин, сколько бы раз я его не открывал, мне почему-то это перестало падать. Возможно, был момент, когда я выносил, ну, вы помните, да, надеюсь, почти за 1 000 000 рублей. Опа, принцесса пустошей, хорошо, хорошо. Вы помните, да, ребята, 831 тысяча топ-дроп мой, это драгонлор. И после того момента у меня как-то вот, ну, шансы немного похерились. Либо MyCSGO такой говорит, нихуя себе, ты забрал нашу прибыль за месяц. Хамелеончик было бы хорошо. И типа, на тебе отбой по шансам, и что-то дорогое не выходит. Хотя дня 4 назад забирал ножик. Скорпион! Вот смотри, блядь, вспомнишь говно вот и оно. Подожди, давай тогда будем его чисто тыркать. Апнемся в балансе хотя бы рублей на трешечку. Если получится через этот кейс капнуться, будет очень хорошо. Сегодня, в принципе, таковой цели не было ни на гифдропе, ни здесь. Но хочется на самом деле что-нибудь дорогое и хорошее вывести. На самом деле, 700 рублей я бы хотел сделать нож. Серьезно. Ножик бы сделал с удовольствием. Ну смотри, 69. То есть дал как за 500 рублей, и все, так и эти... Нормально, нормально, нормально. Гипнотический, 7 соточек, арктическая сетка, 3 соточки, неплохо. 358, но это 100 рублей плюс. Но все равно деньги есть деньги. Еще один гипнотический, ребят. Я чувствую, что ножичком здесь пахнет на самом деле. Сделать любой, любой, в принципе, ножик. Даже та же самая Наваха, наверное, мне подойдет. Я буду даже этому доволен. Ну, честно говоря. Так, так, так. И последний разочек мы его куртанем. Все, и уходим с этого кейса. Сейчас ничего нам не прилетает. Правильно говорю? Правильно говорю. Ничего не прилетает. Я бы хотел найти кейсик... как он называется-то? Биткоин. Не как называется, а где он находится у нас? Кейс биткоин. Ты где, мой сладенький? 99, 10. 10 раз сходу, let's go. Давай, пожалуйста, сейчас мне вот опять, дай мне парадокс убийства, как ты мне выдал, только он стоил не 18, а 16 тысяч. Ну что-нибудь хотя бы. Драгон, это драгон, как он там называется-то, я не помню, 1066, но это плюс 50 рублей. Что такое 50 рублей, честно говоря, не скажу. Так, поехали. Это же у нас, по-моему, армейка Микле, по-моему, армейское оружие, да, армейское оружие, хот-род здесь находится. Потыркаем его, кстати. О, 610 стоит одно открытие. А я сижу такой хуярю. Подожди, давай последний разочек. Двушку-то уже у меня высосалось. Не хотелось бы. Не хотелось бы так резко прям все драть. Хотелось бы на самом деле ножичек какой-нибудь. Оранжевый финигрань. Что это? Сколько стоит? Даже вот не посмотрел. 1100! Отлично! Я просто увидел вот такие скины вот с тупым названием. Они обычно дорого стоят. Давай-ка еще раз. Давай-ка еще раз. Неплохо. Вот хотелось бы хот-рот. Анодированная синева. Зачем? Я не знаю. Ну просто, чтобы апнуться в балансе на самом деле и ножичек какой-нибудь постараться выбить. Ночное ограбление, кстати, неплохо. Стоит рублей 400, да, 460. Это 610 рублей. В принципе, это 0. Давай еще разочек, 10 раз его откроем, и еще разочек обычным способом, да, так, что у нас, 572, ну, в принципе, смотри, как-то он старается выдавать на самом деле в ноль, такое, ну, такое устраивает, когда есть шанс что-то выбить хорошее, вот это Азимов крутит, есть вероятность залететь тоже туда, так сказать, подсидеть опять-таки кого-то, это вообще херня, 270 рублей, давай два раза, айс какой-то кейс, новенький тоже его не крутил, на самом деле, за Новый год добавили, ой, я ж чуть мышку не сломал. Как хорошо оно летело. 784, 500, нормально, неплохо. Так-то сбалансирован кейс норм. Но есть вот эти вот пушечки, вот, ну, такие стрёмненькие, которые ни хрена не стоят. Ну, турбовыпад, давай, да, золотого карпа было бы хорошо. И давай в пастика попробуем. Ну, петух, пятихатка может стоить. Отлично, шикарно. Давай-ка 5 раз на 1300, на весь баланс почти. Поехал. Жду складной нож, чистую воду. Пожалуйста, складной нож, чистая вода. Ну, или хотя бы что-нибудь окупного. Блядь, ты серьезно? 100 рублей, блядь, 200 рублей? Как такое возможно? Как такое возможно? Возможно, просто ответьте мне на вопрос. 80 рублей, ебать. Это пиздец. Это пиздец. Давай 800 рублей камбэкой. Он кто-то выносит что-то. Остановись, я тебя понял. Откуда выносишь с нуля? 5300 стоит кейс, охренеть. Блин, хочу ножик. На самом деле, хочу ножик. Во-первых, давай майнинг кейсы, поехали. Блять, чувак, у чувака вообще бабки. Он получается, отдает полтинник за одно открытие. Сейчас, подожди, продать. Чейк, сколько это стоит? А, это... Один кейс стоит 5000. Нихуя он по полтиннику за одно открытие тыкает. Красавчик, красавчик. Тоже были времена хорошие, были времена, когда тоже депал большие суммы. Да, в принципе, сейчас могу спокойно депать вообще без всяких проблем. Меня это никогда не останавливало. Просто какой-то разум пришел, что надо больше в семью, больше надо выводить в жизнь. И как бы, ну, вот все вот в этом плане. И начал меньше депать на самом деле. Ну и плюс вам нравится контент слоу баланса. Я это заметил. Вот если бы мне сегодня залетела БМ-очка Азимов, я бы что-нибудь дорогое открыл. Ну, вряд ли, конечно.
конечно, что-то залетит. Вон, блядь, чувак вообще выносит нормально. Хотя, слушай, он дает 50 тысяч, за 50 тысяч открывает. Калаш! Не рассчитывал. Неплохо. Калаш! А что происходит? Давай еще один калаш. Еще один калаш, давай, пожалуйста. Он не окупается, потому что он платит полтос. Он платит полтос, в совокупности там 1015, может, у него выходит. Если все это прямо с завода такое, прям очень дорогое. Так, слушай, у меня четверка так-то на балансе, тем не менее. И это же спокойно можно делать ножик на апгрейде. Давай, ладно, тупить не будем. Знаешь, что мы с вами замутим? Мы ставим просто от пятака, выбираем какой-нибудь более-менее ножик или перчатки. Что вот интересно может быть? Вот ультрафиолет неплохие. Давай попробуем их, поставим на 1,91, мой любимый процент. Просто, ну, сольем сколько? 1002. Давай 1002 сольем. Это, считай, сколько? 5 раз мы можем так вот просто прокрутить. Фух, не хочется, конечно, не хочется сливать, но давай. М-ку затащил, хорош. Отлично. Отлично, ножик. А я такой сел, думаю, покурю, расслаблюсь, блядь, знаю, что не зайдет, и рассчитывать не на что. А, братишка, скажи, пожалуйста, к этим перчаточкам, точнее, к этому ножичку, мы перчаточки какие-нибудь фиолетовые, фиолетовенькие какие-нибудь можем хорошенькие организовать? Скажи, пожалуйста, вот красненькие вижу, такие бордовые даже, да, а что, фиолетового ничего нет? Давай красненькие, давай попробуем, я готов весь баланс потратить. Если это получится, это будет, ну, это пиздец будет, на самом деле. Это будет такое, это фиаско будет. Потому что замутить, так, 182 рублей я даю за одно открытие, давай до полторушки. До полторушки покроем, попробуем. Если получится, будет круто. Не получится, ну, ничего страшного, я даже не расстроюсь. Пожалуйста, я тебя прошу. Ну, я верю в лоу процент в апгрейде, я верю. Давай до косаря, давай. Ну дай, ну что ты улетаешь, все в 70. Подожди, давай-ка обычным, нет, обычным способом не буду. Я хочу слить весь баланс. У меня такая чуечка, что надо слить весь баланс. Сука. Вот ты сучка, конечно, сучка. Напомню про промокод STR777, дает плюс 40% к пополнению вашего баланса на сайте MyKSGO. Работает всегда, можете вводить его абсолютно всегда на сайте MyKSGO. Ссылку на сайт MyKSGO и на сайт GiveDrop оставляю в описании. Промокод над моей головой в описании под этим непосредственно роликом.